Здравствуйте! В данном видео мы представляем вам устройство мойки Аполаски модели МО-3000М, выполненное по специальному заказу. В ней добавлены два нержавеющих насоса, расположенных внизу. И также вы видите две емкости 200 литров, выполненные стали 304. Как видите, их две, это для двух растворов. Все выполнено на клампах соединения, которые быстро разборны. И также все это быстро собирается обратно. Давайте, пожалуй, начнем. Включим мойку и уже по пути я вам все расскажу. Ждем ее загрузки. Жмем пуск. Жмем дальше вращение держателя. Вставляем уже в клапан. Далее мы с вами пока приостановлю, далее мы с вами вправе выбрать либо ручной режим, где мы можем выбрать либо клапан 1, то есть с первой бочки, либо клапан 2, будет литься со второй бочки. Можем выбрать время, сколько будет открыт первый либо второй клапан. Также у нас переключение на автоматический режим, где уже в зависимости от времени будет работать сначала первый клапан, следом за ним будет работать второй клапан. Ну, давайте, пожалуй, начнем. Включаем держатели. Жмем пуск. Поехали. Сейчас, как вы видите, открыт клапан 1 вниз. Угу. Вот время прошло, открылся клапан 2. Мойка продолжается вторым клапаном. Опять работает клапан 1. Еще раз отрабатывает клапан 2. Следом, как видите, устройство выключилось. Далее открываем с вами, убираем флакон. При необходимости включаем ершеватель. Также, как я вам и говорил, нужно в ручном режиме включать каждый клапан отдельно. Переключаемся. Сейчас работает только первый клапан. Переключаем на второй. Теперь работает только второй клапан. Благодарю вас за внимание. Всего доброго и до свидания.